Ребята, всем привет! Кто смотрит мой канал, огромное спасибо за просмотры, за лайки, комментарии и, конечно, подписочку. Все просили размеры. Будем сейчас смотреть по размерам. Я детально расскажу, с чего все сделано и с чего я его делал. Для станины я использовал такой больших размеров швеллер. Швеллер с размером 30 сантиметров, ширина, это получается 300 швеллер, и длина швеллера складывает 41 сантиметр, это получается 410 миллиметров. Для задней стоечки, я думаю, будет видно все, я вырезал швеллер, тоже тот самый швеллер, только уже 100 миллиметров, то есть 100 швеллер, длиной 15 сантиметров, то есть 15-150. Сделано два отверстия в этом сотом швеллере, два отверстия на 12, вот они. Ну, то есть, с этой стороны два. Поворотный механизм сделан с подшипников. Подшипники, внутренний диаметр 12, наружный диаметр подшипника как раз в 32-ю трубу, четко туда ложится. На видео все я показывал, как туда я запрессовывал подшипники и как проваривал. Все туда четко встает. На этом все ездит и работает. Между швеллером и подшипником установил две промежуточные шайбы для уплотнения внутренности подшипника, чтобы все каталось именно на подшипнике. Стоечка, та, что стоит, сделана из трубы, профтрубы 50 на 30, две в кучу сваренные трубы. Получается, что общий размер этих двух труб 60 на 50, такой массивный размер, чтобы было все надежно. До этих двух труб приварен флянец. Флянец сделан из 3-миллиметровой стали. Размеры флянца я вам сейчас скажу. Размеры флянца по сантиметрам рулетки 10 миллиметров, то есть 100. И размер 12 миллиметров по ширине. То есть по ширине всего этого стола. 4 отверстия на 8 под болты, под шестигранник. В принципе, это удобно. Сделано из уголка вот такие два кронштейна. То есть там и там сделаны. Под пружины по жесткости не могу вам сказать точно, потому что подбирал все это опытным путем, методом подбора. Так как все, в принципе, удобно и легко нажимается, нигде ничего не закусывает. Пружины работают идеально. Общий кронштейн, к которому прикручивается болгарка, сделан из 50-го уголка, 50 на 50, и 40 на 40. Две боковые эти держатели сделаны из 40-го уголка, 40 на 40. Размер уголка складывает 15 сантиметров. Ширина самой уже боковых складывает у нас 8 сантиметров. Для жесткости добавил вот такую шину. Шина эта шириной 5 сантиметров, длиной как раз по зазор болгарки. Я знаю, не на всех болгарках это есть, но на это было. Здесь такой есть ограничитель, я по нему и сделал. Ну, в принципе, размер 15 сантиметров. Дальше, такой скручен хомут из 12 прута, нарезана резьба на 12. С второй стороны закручено это все 12 гайкой. Я приварил гайку на 10 под стандартную ручку из этой болгарки. В принципе, почему я сделал две ручки? Две ручки — это удобно и это надежно. Так, зажим ручки. Ручка надевается на 32-ю трубу. 32-я труба здесь приварена к уголку. 180-я болгарка, стандартная на 180-й круг. На ней стояла такая вот защита на круг для болгарки. Естественно, это все убрал, поменял. В принципе, мощности этой болгарки хватает для 230-го круга. Здесь сделана вот такая вот защита уже закрытого типа. Защита это более безопасно и надежно для 230 круга. Все здесь работает, и вот в таком вот виде получается. Размер защиты видно на рулетке 240. 240 под круг 230. Все с зазором, все, нигде ничего не зацепляется, все работает идеально. Чтобы постоянно не нажимать эту кнопку на болгарке, я просто взял хомутами, стянул ее и все.
Она, в принципе, все время включена. Варка подключается напрямую к розетке. Вот установлена такая закрытая типа розетка. И сделаны самые обычные выключатели-включатели. Упорный уголок, этот, к которому прижимается заготовка, прикручен к станине. 2 на 8 отверстия, 40 на 40 уголок. Длиной он складывает у нас 240 мм, то есть 24 сантиметра. Тот уголок, который ответный, то есть тот, что стоит с второй стороны, он поменьше, в него 5 сантиметров длина, тоже 2 отверстия, чтобы ни туда, ни сюда. В принципе, все надежно. Уголок, который дает возможность среза под углом, тоже сделан из 40-го уголка. Длина его складывает к этой всей конструкции полный размер 28 сантиметров. Все идеально работает, и как бы уже все проэкспериментировано, и все очень надежно. В принципе, в работе станок оправдал все мои ожидания. Идеальный станок для маленькой и даже, я бы сказал, для большой мастерской. Прижимной механизм этот сделан из трубы 50 на 30. Обычная труба 50 на 30. Срезаны бока, проверчено отверстие на 10 сверху и снизу. Для возможности уже поворотного механизма. 14-я резьба по длине складывает полный размер. Получается у нас 22 сантиметра общий размер. К станине прикручена такая шина. К шине приварено две гайки на 14. Проверченное отверстие на 8. Закручены болты под шестигранник. К резьбе приварена гайка с одной стороны и со второй стороны на 14, те самые две гайки, обточены болгаркой. Вставлен вот такой вот от старого домкрата, такая старая гайка, в ней есть два отверстия на 10 под резьбу, все туда встает, закручивается и работает. И такой вот накручен на эту 14-ю резьбу барашек. Кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Напишите обязательно комментарий. И всем пока!